Реконструкция пройдет на дороге протяженностью в 3,5 километра от поворота на поселок Светлый до улицы Луначарского в Геленджике. Там будет организовано шестиполосное движение. Новая развязка должна снять проблемы заторов на транспортной артерии, отметил губернатор края Вениамин Кондратьев. Сегодня он вместе с главой Росавтодора Сергеем Кельбахом обсудил реконструкцию участка в ходе объезда дорог, ведущих к морю. На встрече говорили и о строительстве развязки из Геленджика в сторону Новороссийска. Тем, кто стоит сегодня в пробках на дорогах, притом, коллеги, даже гости, которые с центральной части России, Сибири, откуда они едут на своем автотранспорте, им все равно, кто вмешивался и чья это дорога. Муниципальная, краевая, федеральная, они хотят комфортно проехать по дороге. Поэтому сегодня принципиально важно, чтобы мы все транспортные развязки, которые сейчас запланировали, начали реализовывать. И чем быстрее, тем лучше. А здесь тоже на въезде в Геленджик, конечно, развязка нужна. Образуется многокилометровая пробка, и без развязки сегодня транспортной развязки эту пробку не убрать. Строительство этой развязки начнется в начале 2019 года. Я должен поэтапно, и мы ту развязку взяли как приоритетную, а лимиты 2019 года позволят начать эту. Ну, для нас это важно. Мы ее все равно в работу, просто знаете, они вот нам важно понимание, еще раз подчеркиваю, понимание, когда, что у нас здесь будет, потому что развязать транспортный коллапс в определенные напряженные дни курортного сезона, да, конечно, есть необходимо. Поэтому понимание того, когда, что у нас будет с точки зрения транспортных решений реализовываться, очень важно. Четырехполосный участок растянется больше, чем на 4 километра. Вениамин Кондратьев обратил внимание строителей на важность соблюдения сроков.